Нас маршрутом от Минаши. Марик нас проведет. Это место старт. Кто хочет на обычном коне, пожалуйста. Я потом хочу Мегиду, через Мегиду пройти. Есть, только не бесплатно. В Илюхе все за день. Бесплатно, есть целый сайт чего-то Garmin Map Finder какой-то такой, где бесплатные карты можно найти. На этом месте Марк как ребро сломал. Запиши для всех, Игорь. Он что, пытался это проехать? Да. Поэтому мы не будем в этот раз рисковать. Прям репортаж места событий, блин. Вот так это нужно потрудиться, чтобы попасть в это красивое место, которое вы сейчас увидите. Я снимаю все в прямом эфире, Марик. Доживем, на велосипедах будет. Когда очень это, хорошо тренироваться надо. Не из-за того, что она грязная, она освежает, когда ты шею и локти мочишь. Кончики локтей. Да какой? А чего тебе сиденье намочить? До какого состояния оно должно быть мокрое? Марка, сиденье надо намочить? Теперь сейчас буду вставать, и что ты не помочь ему бандану? Нахаль Шафет, и мы видели только свой родник. Это старая мельница только что была. Старая мельница, и это Нахаль Шафет, который берет свои истоки под землей. И течет круглый год. Тарабы зверствовали, убили несколько евреев, тут этот памятник есть, убитым евреям. До свидания, Игорь, до свидания. А что, не плохо, 6 минут, 6 километров. Преодоление водной преграды через мост. Ну давай, Игорь, ехай! Для тех, кто не знает, это старая римская дорога, которая когда-то вела в Мегидо. Вот этот ее участок, ее сохранился. Перед нами это не гора Тавор, это Мухрака. А? Мухрака в тумане. Дорога вела из Рима. Все дороги ведут в Рим. В древнее время дороги строили или рабы, Мегида, или военные. Все дороги ведут в Мегиду. Была дорога, дерах Мисхарит и дерах свои. Подожди, а пуп земли это Мегида же, да? Это дорога Мисхарит, потому что она строена качественно, понимаешь как? А еще были армейские дороги, которые прокладывали. Стройбат. Да, стройбат. Я говорю, он как полстакана залил. Да, он внутривенно принимает. Вдыхает и облизывает. Между прочим, нужно проходить допинговый контроль перед поездкой. Инфузия от водки спасает от отравления тела мозга. Можно легко попасть, что и нет, что и не было.